Ну, приветствую на канале, как всегда. Не удержались мы, сейчас выдвинулись в сторону дома, в Москву. Мы решили заехать, пробить одно местечко. Вон там, в сторону, вот за теми деревьями был хутор. Поле такое, оно достаточно сильно обрабатывается. Вон, закрыли его, завалили бетоном, чтобы сюда не заезжали, мы не поехали. Только от грунта отстроился, первый сигнал. 10 копеек 98-го года. Серебро. Очень приятно. Чё ты смеешься? Сам в шоке. Давай. Так, отошли чуть-чуть от переправы, напоминаем, видимся вон к тем желтым деревьям. Еще сигнальчик. Тоже там спрятался у нас. Что-то там кто не спрятался, я не виноват. Но она без зелени. Что за момент? Не вижу, надо попробовать. Ты что, слышишь? Копейка какая-то. Похож павловская. Да, похож на Павла. Но она в зелени вся. Ладно, идем. Идем. Ну так, друзья, еще вот находочка. Сломанный мужской перстень. Перстенек. Крупный. К сожалению. Ну да, ну крупный. Камень, что ли, там был. Ну да. Может и мой. Ну, еще нет. Ну ладно. До конца там было. Понятно. Он себе симпатичный. А, штука была когда-то. Большой. Крупный. Мужской. Ищем дальше. Так, еще сигнальчик. Все, про Николаевск. Все. Серебро еще говорят. Лисенчик. Да, 900-го года. Отлично. Ну, идем вон к тем деревьям. Неожиданно. Ладно. Медная. Что, медный бунт нашли, да? Нет? Не пойму, я то ли медная, то ли серебряная. Нет, серебро, серебро, серебро. Чешуйка вывалилась. Че он такая оранжевая? Тоже грунт такой. Говно. Вообще какая-то мне такой пишет подделка, блин. Ну нахер подделка. Проволока такая была. Вот такая чешуйка. Там еще что-то звенело, кстати. Ладно, потом отмоем, посмотрим. Ага. Ладно. Ну, дошли почти до этих деревьев, сейчас по навигатору будем сравниваться. Вон сигнальчик, я его копнул, но еще не вытаскивал. Вон он. Сейчас выйдет на свет очередная какашечка. Николай, да? Николаевский формат. Не, нифига, СССР. А, копейка. 24-го? 24-го. Это обычно убито. Ну да. Копейка 24-го. Да. Не часто они хорошие попадаются. К сожалению. Классные монетки. Блин, большие, крупные, но... Но... Ладненько. Так, нечастые сигнальчики. Что у нас там? Крестик, кусочек. К сожалению, без верха. Ну, пошли кирпичики. Кирпичики пошли, да? Ну, это ж ни о чем не говорит. Ну, ладно. Так, подошли мы вот к первым деревьям. Она где-то была за ними. То ли за ними, то ли частично в них, то ли частично вот в тех. Хрен его знает. Сейчас залезем, посмотрим. За ними точно не то.
кошены. Да за ними, там и в них-то не кошены, понятное дело. Сейчас посмотрим, что там у нас встречается, попробуем понять. Раньше круто было залезть на берег реки там. Ну сейчас там травище, залезем потом. Ладно, не переключаемся. Да, ребят, слазили мы в эти деревья. Ну тут понятно, что как и на урочище, которое отмечено на картах, все перерыто. Ой, да еще и травище. Вот здесь оно было. А вон там внизу, там за речкой. Да, она спускалась к реке. Вот там по весне тоже будет интересно по склонам полазить. Потому что там сейчас, ну, как бы существующие деревья. Наверное, как чем-то соединял. Что-то там он у нее сигнал. Проволока. Ну, понятно. Значит, пойдем сейчас обратно вот туда. Здесь мы посмотрели. Спозиционировались. Идем гуляем. О, чуть-чуть отошли от него. Сигнальчик. 3 копейки 30-го года. Вроде живая. Ну и хорошо. Так, побегали уже чуть-чуть. Там ничего, что-то особо. Ну, мы особо не искали. Так, ходим туда-сюда уж просто, чтобы погулять. Вот еще сигнальчик. Полушка. Полушечка. Полушечка. Убитенькая. Ну, ладно, находкой, слава богу. Пойдет. Все, идем к машине. Едем в Москву. Облачка поднатянуло. Опять сигнал уже, все, совсем почти дошли. Тоже такая же, да? Ну, потолще. Ну, чуть потолще. Ну, убитые, но находки приятно все равно. На битом месте копов немерено. Коп много. Все, не, и половина из них не закопана. Так неприятно. Да, кстати, блин. Яму закапываем, то потом... Проблем не оберешься. Сами, кстати, сколько раз проваливались ногой в траве особенно, блин. Ладно. Вот еще сигнальчик. Так, 100% медальон. Походу был медальончик маленький. Хрупкий уже. Не, он обломился где-то здесь, когда я выкапывала. Здесь 4-я почка. Сейчас уберем, посмотрим. Так, ребят, ну, походили мы, больше уже все, потому что ехать нужно уже, собрались и выключили все, и пошли в машину, потому что там можно вечно ходить по выбитым местам. Сейчас покажем находки, включусь. Так, крестики, монеты мы, естественно, не моем. Что там еще? Я где-то твоя. Ну вот она чешуя. Что-то... К сожалению, все куски собрать не удалось. Ну, может, их и не было. Там какие-то крохи остались. Да, но... не остались, я на высокой частоте уже посмотрел, там ни хрена там больше нет. Может, и не было он целый. Что на обломанный уже и был. Ладно, давай. Что там получилось? Знает, в общем, не складывается. Бог. Он был согнутый. Да еще грунт этот тяжеленный. За руками не видно. Ну вот он. Вот кусочек. Вот еще кусочек какой-то. Ну да, ну, похоже вот на какой-то обрузок. Как не видно. Вот так вот как-то был похож. А. Да, вот он. Чешуя, серебро. Мои там он сейчас изымут. Вот советик. Немножко. Шок креста. Копейка советская. Перстенек. И еще 10 копеек. Еще и серебром. Ну вот эти, да, зачет. Не видно нифига.
Ну, как-то так. Ой, ладно, до скорых встреч. Вот начинает все золотистым становиться. Красота. О, какой красненький. Среди березок.